أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху Господа миров, мир и благословение нашему Господину Мухаммаду, благородному пророку, его семье и всем его сподвижникам. Приветствую вас на новой передаче о том, что, по-моему, является одной из важнейших тем после веры в Аллаха Азза ва Джаль. И этой темой является история о конце. В этой истории говорится о конце. Как это конец всего этого? Конец по отношению ко всем людям – это смерть. Однако, это не совсем конец. После нее есть еще длинный путь, состоящий из признаков судного дня, и что будет происходить в день суда, и вечность, либо в раю, либо в аду. Поэтому этот разговор – разговор о судьбе. Разумный человек – это тот, который думает о конце. Субханаллах, когда мы делаем что-то в этой дуне, мы думаем о конечном результате. Например, человек вкладывает свои деньги в какое-то дело. Почему? Потому что он надеется, что он получит прибыль, будет отдыхать и наслаждаться ею. То есть он думает о результате этого дела. Если бы он думал при вложении, что этот капитал не принесет прибыли, он бы вообще не вкладывал. А кто-то устает на учебе, на экзаменах. Зачем? Для того, чтобы получить диплом и для того, чтобы получить хорошую должность и занять высокое социальное место в обществе. Значит, устаешь сегодня из-за выгоды, пользы завтра. Цель придет потом, в конце. Также вся мирская жизнь, поистине, она как сад. Ради чего-то большего, более важного. И разница очень большая между вложениями в банк, денежными сбережениями, вложениями в учебу и знания, и между вложениями в ахира, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Результаты и прибыль, которые придут, несравнимы с результатами и прибылью в дунья. Прибыль к нам приходит на определенное время, а затем заканчивается. А что касается ахира, то она является вечной. И я заметил, что люди не хотят разговаривать на эти темы, хотя это их судьба, это истина жизни. Тот, кто не думает об этом и старается отстраниться, тот поистине отстраняется от обязательной вещи. Пройдет через него каждый человек, неизбежно. Умен тот, кто не сторонится разговора об этих вопросах. Умен тот, кто думает и готовится, и предостерегается. Сегодня некоторые люди не хотят, чтобы проповедники ислама говорили людям об этих вещах. Они говорят: не пугайте людей. Я не собираюсь никого пугать. Поэтому мой разговор не будет о нечестивце и о развратнике, о непослушном, о неверном. Моя речь будет о верующем, у которого путь будет облегченным, блаженным с первого момента смерти и до вечности.
Я делаю акцент в этом рассказе не на устрашении, а на стимуляции. Разве не видите вы, что торговцы сегодня рекламируют, призывая людей вкладывать их сбережения для того, чтобы они получили прибыль? Мы также сегодня призываем людей к вложениям в наиважнейший банк, банк Аль-Ахира, который является концом всего. Это и есть конец. Эти серии, с позволения Аллаха Тааля, будут укреплять веру верующего. Я не буду говорить в этих сериях о неверных. С ними следует вести другой разговор. С ними нужно говорить о доказательствах существования Аллаха Азза ва Джалля и об Ахира, и что связано с ней. Это отдельный разговор, касаемый только их. Моя речь для верующего и верующей, которые уверовали в Аллаха Азза ва Джалля, и которые пришли за наградой от Аллаха Азза ва Джалля. И к ним, к сожалению, относятся многие из проповедников и ученых, и имамов. Все, не все, однако многие. К сожалению, они разговаривают с людьми и угрожают им. «О горе вам! Огонь ждет вас! Вас ждут мучения могилы!» Зачем? Это угроза не к верующим. И я захотел, чтобы мои серии назывались «Истории о конце». А если хотите, у него может быть другое название – «Рейс верующего к последнему пристанищу». Я выбрал разговор о судьбе только верующих, и моя речь не о судьбах всех людей. Для того, чтобы усиливался иман у верующего, и чтобы он повиновался тому, что было приказано ему в Коране и в Священной Сунне, которая призывает нас к тому, что мы должны строить нашу дунья, которая предоставит нам великий счет в Ахира. Мы не из тех, кто отказывается от дуньи полностью, и мы не из тех, кто пугает людей. Наша религия, в ней побуждение и устрашение, и разумный тот, у кого есть две вещи – надежда и страх. Тот, кто живет только в страхе, он отчаивается, а кто живет только в надежде, иногда надеется и расслабляется, и ленится. Поэтому мы должны понять истину этой религии, что она является материальной и духовной. О Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последнем мире, и защити нас от мучений в огне. От верующего требуется до последнего момента в его жизни работа и отдача, приносить пользу людям. Разве вы не знаете хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что когда наступит час и в руке у одного из вас саженец, то пусть этот человек сажает его. Зачем сажать его? Зачем ему сажать? Судный день наступит, кому он приносит пользу? Однако здесь настоящий смысл имана и очень важное исламское понятие, чтобы человек работал. Работал до последнего момента, до последней секунды. Разве вы не знаете того ученого, к которому пришел другой ученый, а один из них находится в агонии? Ученый, который находится на смертном одре, спрашивает у другого один из вопросов фикха. Тот ответил: «Ты в таком состоянии и спрашиваешь?» Умирающий интересно ответил: «Если я умру, зная ответ, это будет лучше, чем если я умру, не зная его». Значит, эта религия побуждает к равновесию между стимуляцией и устрашением, к равновесию между надеждой и страхом. Это и есть правильное понимание. Это то, что от нас требуется. Мы должны использовать дунья для заселения в Ахира до последнего дня нашей жизни. Значит, эти понятия настоящие, и эти серии, которые являются напоминанием об итоге в Ахира. Они призывают к работе в дунья ради великого успеха в Ахира. Вот так мы должны понимать нашу религию. Позвольте извиниться перед вами заранее за то, что я не буду говорить о напугивании. Я не буду говорить о мучениях могилы и о огне,
и какие в нем мучения, о ужасах судного дня и его мощи. Но я буду разговаривать и говорить о верующем, и мы из них, иншаллах, и вы из них, иншаллах. Каков наш путь? Почему говорят только о страхе? Пусть наша речь будет также и о надежде. И мы просим Аллаха, субхана ва тааля, в начале этого дела направить нас к правильности, и просим Его показать нам истину истиной и даровать нам следование ей, и показать нам ложь ложью и даровать нам отдаление от нее. И мы просим Тебя, о Господь, веди нас с теми, кого Ты вывел, и сделай нас уверовавшими в Тебя, уверенными в Твоей справедливости. Ты никогда не притеснишь нас, свят Ты, никогда не потеряешь наши дела и никогда не обрушишь нашу надежду. Мы уверовали в Твою мудрость, щедрость, справедливость, милосердие и в Твои блага. Наша надежда на Тебя велика, Субханак. С помощью этой надежды и с этой уверенностью в Аллаха, Азза ва Джаль, я начинаю с вами с помощью Аллаха Тааля истории о итогах, об ахра, о смерти, о признаках часа. И до того, как начать эту тему, я хочу указать на пользу и важность изучения этой темы. И также я хочу указать на большую заинтересованность.